Ночная погоня за мажором. В Луцке 8 экипажей полиции преследовали иномарку, водитель которой нарушил правила и пытался скрыться. По улицам он гонял со скоростью около 150 км в час. Повредил служебные приусы и зацепил внедорожник. Об этом пишут очевидцы в соцсетях. Остановили его на выезде из города. Как оказалось, это 28-летний Андрей Бутовец, сын луцкого бизнесмена и бывшего сотрудника силовика, сотрудника военной разведки. Ранее молодого человека уже лишали прав за вождение в нетрезвом состоянии. В авто, по словам очевидцев, опять же, находились еще двое пассажиров. И внешне было заметно, что парни либо под действием наркотиков, либо алкоголя. Но позднее адвокат Бутовца выложил в интернет фото медицинского заключения, согласно которому его подзащитный был трезв. Однако ему придется нести ответственность за повреждение машин полицейских и неповиновение патрульным. Вот как сам водитель объяснил причины своего поведения. Коли зупинився, перед тобою зупинилася міліцейська машина. Поліцейська, ти що зробив? Зупинилась. І що ти зробив? Я за нею став. Звісно, розвернувся. Я за нею став, я без переляку розвертався, задню дав. Дві машини за мною почали гнатись. І чого не зупинявся? Останній.